мы распаковываем посылочку от мыла Опт. Это третья посылка, но первая видеораспасовка. Но первая видеораспаковка. Посылка на 2,5 килограмма. Очень хорошо упакована в пленку и в коробку. Сейчас мы снимем пленочку и посмотрим, что у нас внутри. Так, хорошо все. Итак, что мы имеем? Первое, это накладная, согласно которой упакована наша посылка. Итак, это основа, концентрат для шампуней и гелей, которые послужат нам для создания шампуня домашнего. Это килограмм мочевины. Все запаковано, так что не рассыпалось. Мочевину мы будем использовать для маски, так как она является очень хорошим проводником. И третье, вот в пакетике, это у нас гидролат зеленого чая в количестве 4 штук. Гидролат мы также будем использовать для маски. Если все получится, то мы еще снимем и поделимся мастер-классом создания маски от перхоти и зуда.